Зухрам Худзинова посещает лабораторию с первых дней основания коллектива, с 6 лет. Занятия танцами для нее стали как часть жизни. «Здесь я нашла себе друзей. Нравится выступать на больших сценах», — говорит девушка. Нравится. Я тут с первого класса, с самого создания, так скажем. Хожу 6 лет. В коллективе танцуют 45 детей, из которых лишь 4 мальчика. Данияр Сиддиков один из них. Мамадыши мальчики больше выбирают спорт, считая танцы женским занятием. О своем выборе увлечения Данияр не жалеет, так как и в танце есть физическая нагрузка. Кроме этого, документ после окончания хореографического направления детской школы искусств дает особые перспективы в будущем. В танцах я уже 4-й год. Я очень доволен. Не жалею, что сюда пришел. Главные черты для танцора – это сила, выносливость, гибкость. Ну, здесь мне сказали, что можно получить образование и дальше пойти уже обучаться в институтах или в колледжах. В танцах, поставленных хореографом Гузель Шарифуллиной, элементы современного танца переплетаются с народным. Композиции «Эйлен Бейлен» и «Урманнарга Барсам» в этом году на фестивале «Созвездие Йылдызлык» были высоко оценены членами жюри. Коллектив занял 1-е место и выступил на гала-концерте в КРК «Пирамида» города Казани. В этом году нам дали первый раз специальный приз. Это государственный ансамбль песни и танца. Это очень большая честь и гордость для нас. И было таким большим шоком, даже удивлением, что именно первый раз этот награду дают первый раз. И именно в этом году она попала нам. Мы очень благодарны. Это и помощь, в первую очередь, поддержка главы района Анатолия Петровича. Это очень большая поддержка директора школы Ольги Борисовны. Она, потому что такой человек, который всегда и с советом, и вот любыми вопросами можно к ней обращаться, она никогда не скажет, то есть нет, она всегда помогает, и родителям огромное спасибо, то, что они терпят, как говорится, меня, потому что у нас каждодневные репетиции по 4 часа и больше бывает, и дети, они очень большие трудяги, трудятся и не говорят, что устают. В этом году в коллектив лаборатории набор детей в 1-й класс будет проходить в конце мая, а документ о дополнительном образовании по классу хореография получат 14 выпускников. Фаузия Нургалимова, Тимур Мухаммедханов, Рамзиля Бахаутдинова. Новости Татарстана.